опять к вам рассказывать. Как ваша квартира много, какая-то безразмерная пожилая. Ремонт собираемся делать. Не, не ваша, не ваша. Вот это вот, на Пастера 26, которая. Безразмерная квартира. Приходят люди, голосуют, нормальная явка. Да, адекватные люди, очень приятные. Вежливые. Не подсказывайте им адрес, потому что есть информация, что вы подсказываете адрес, что они неуверенно называют адрес квартиры или что такое номер квартиры. Подождите, мы... Прописка, которую мы проверяем, что она соответствует со списком. Даже если они уверены в этом, они предоставляют паспорт, там четко, ясно составлена печать, где есть прописка. Напомните номер квартиры, пожалуйста, потому что у меня есть... 26. Пастера 26? 5? Да. Ага. Спасибо. Много людей уже пришло, скажите, из этой квартиры? До 40. До 40. Угу. Ждете остальных? Надеюсь, они такие же сознательные. Вообще, чем больше будет явка на выборах, тем, мне кажется, будет, как сказать, объективный выбор украинского народа. Поэтому да. Объективно то, что их так много на такой России? Это же не к нам, правильно? Не, конечно, у вас все отлично. Они предоставили паспорт. Это уже вопрос к органам, который их прописал в таком количестве, но они являются гражданами Украины, что вполне законно. Спасибо вам большое. Спасибо.